есть мерч. Да-да. Блять, в какой же ебанутой сфере я работаю? Не работай. Клиент позвонил, ну, как бы чисто по-человечески пожаловался, я что-то подохуел. Короче, клиенты, ну, вот эти вот компьютерные клубы, Колизеем, да, московские, вот, у них там, у некоторых есть специфика, что там работают девчонки, ну, и там просто некому принимать товар, когда привозят. То есть ставится пометка для склада, что требуется грузчик, да, там, для разгрузки товара, да, там, или требуется там рохли для разгрузки товара и так далее. И склад обычно делается. Сегодня водила учудил. Приехал в один такой вот, ну, в один такой пункт. Причем там клиент абсолютно нормальный, как бы. То есть не джамшут, который два слова по-русски не может связать. Вот, то есть там нормальные ребята, девчонки, и там, ну, работает три девушки и мужик с порванной спиной, который чисто физически не может тяжелое поднимать. Водил он на похуях все это сгрузил перед проходом, а там куда-то нужно было поднимать, и съебался. Типа отмазался, нам, говорит, руководство запретило разгружать. Я чувствую, я в понедельник достану тюбик вазелина и пойду ебать склад. Реутовский, Энтерлогистик. Почти, ну и потом... Получилось выебать водителя. Ну и потом заодно выебу водителя, который мой номер дал личный, блядь. Сразу по двум критериям. Let's go, pull. Так че? На боссе Уэнтэй. Сразу его по чуть-чуть подхиливать. А то у нас что-то сегодня больше, чем когда-либо урона. Сейчас зальются, и будет 300 ДП. Хорош. Развертка. Уэнди, зачем ты вот отбегаешь по полукругу? Ну, ты же могла просто побегать сквозь, и вот по прямой просто отвести, и все. Ты, ну, долго хватит. Просто сквозь надо было пробежать. Дали диван по медведю. Это все Кинари. Меня подставили. Сову. Ай-яй-яй. А теперь... Второе предложение. Кто готов поспорить, что меч не упадет? Где же 5К? У нас Максим крут на эти. Да, Настя, можно. Я не могу спорить на то, что меч не упадет, типа ставить на то, что он, ну, типа упадет, потому что я надеюсь на вспышку. Поэтому я не могу ставить против себя. А там медведь под боссом. Тикай, тикай! Ну это надо было проанонсить, что когда он бежит и выйдется, уже надо отходить. Раз посидешь и все.
Если босса вести просто право либо влево в зависимости от депар. Так и надо, все правильно. Все так, просто сова залила, это не твоя проблема, ты все прав, хорошо. Ты все правильно. Гуннер, по-моему, про пул говорил, что ты ее начал убегать. Плохая сова. Чё, суицид не сделала сова, ты пишешь? Шеей. Настя отошла. Я тебе сказал, что ты начал его отводить. Ты могла по прямой просто побежать, а ты начала делать, ну, по кругу немного отводить. По окружности бежать, понимаешь? Могла чуть быстрее его отвести. Да давайте уже, похуй. Быстрее, не быстрее. Босс убить надо. Да, 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 да. Поехали. А там Хоша вроде сказали, что кто-то дошел. Пошел, я пошел. Вот. На себя троху проведи. Близко к РД стоит очень. А с укор краш летит. И вся РД зона отлетает. Полезным стал. Похилим. Карпидох, давай со мной. Только не проебите, пожалуйста, как в прошлый раз, блять. Вам достаточно. Как? Еще 40 секунд. Ну, значит, стопаем. Логично. Ждем и смотрим. Ну, и следующую метку тоже подхилим. Достаточно. Я отойду на... Идем. Стакаемся. Хери. Я уже. Он не там, если что.
Да, он не талантится. Его только огром забирает сразу. Куда босс пошли? Бля! Моба бейте. Без лишнего пиздежа и паники. Куда босс пошел, блять? Ничего интересного. Грудак не филлерный, кстати. Филлерного лута нет в этой игре. А что, вот эта голова топовая, да? Не. Несмотря на то, что даже Т6 типа голова, у тебя еще есть БС с Морозом. Я понял, у меня это вообще 277 босс, да? А, нет, то да. Если у тебя она нонсет, то, наверное, да? Да, ну, типа, если 5Т5 есть, то можешь спокойно надеть голову. Да-да, у меня нонсет с леди. Ссылка. Ну, на магических боссов, это я так понял, будет там саппорт. Настя вернулась, нет? Там также все щупальца большой автоатакой сбивается, да, Каск? Да. Мне интересно, они черный храм Гер будут делать? Обязательно. А потом и мифик. Через. Может через быть, ты доживешь до этого времени, когда они будут делать черный храм Гер. И пошел. Без метки входишь, да. Я тоже без метки вхожу. Все остальные метки входят. Рыба стоит. Надо это миду на ластфазе. На ластфазе вот здесь трештанчится. Угу. Поехали, запускаем. Скоро мы сразимся с главарем этих извергов. Обратите гнев и ненависть против его прислушников.
смертные! Конец близок! Задохнитесь в собственной ненависти! Задохнитесь собственной ненависти! Задохнитесь собственной ненависти, смертные! Конец близок! Задохнитесь собственной ненависти! Разошлись по порталам 5 секунд. Какой тут дух стаи, блядь? Альфа, бей. Дух стаи включается после того, как разбиты. Ну, я включил после того, как разбили. Ну. Мы начинаем тут возле комнаты. Тут маленькая комната, нахуй тут брать. Кирилл, все правильно включил. Включает, отключает ком. Я не вижу цели. Мне интересно, кто вместо меня зашел. Декстер? Нет? Ну и? Гера будет, нет? КД вроде. Да, прав. 3 минуты. Ставите там трэш. Держу. Ну, я как бы имел в виду Геру мне дать. Я знаю, что у вас куда. Ну, там, может, кто еще падал. Пойдем на 5 минут. Димеру? На ОБТ. А что там делать? Пошлите в РСХ. 10 минут уже должен был что-то... А, он ОБТ заливал? Может быть, забыл. Залил что-то по 3 ему, блядь, краш. Нет. А, у тебя. Ну, потому что я хули паузу заливал. Может, ты тронул. Нет. Ну, кель заяц и так далее. Так, чисто 5 тел. Ну чё, давайте попробуем ещё. Завтра, Кирилл, чё, во сколько? Ну, как обычно, я поставлю альт 1. Я могу про АГП вчерашний спросить? Ну, пока Киря тут, да, спрашивает.
Ну, я думаю, что типа, обычно мне не говорят же ждать купол под болезнь. Чего-то. Знаю, его там вообще не было ни разу. Я давал несколько куполов за этот файл. Я его дал на... Три купола было. Mm-hmm. Ты дал три купола, да, а мы умирать начали на 8-й минуте боя. Сколько когда его купола? Да, 2 минуты. Я тогда его причем давал от дара. Ты про кого? Позор. Я его давал, когда были большие просадки. В основном на фазе с цепями. Я его должен держать, ну, на болезнь? На яде похуй он мне нужен, да, на болезнь? Ну, не успел откадешься к тому моменту, да. То есть это 100%. Скрин есть, что у тебя не было КД? Ой, было КД. А должен быть? Ну, если ты решил оспорить, то да. Или запись видео. То есть, как тебе, на верочку мне про то, что у тебя было КД? А ты мне в тот момент меня... ничего не сказал, ты в меня плевался, блядь, весь вечер, ты мне нихуя не говорил. Я написал, мне только потом уже плеваться начал. Я писал, потом уже начал это спамить. Куда ты мне это написал, в рейд-чат? Я написал в рейд-чат, да. И в 8. Ну, молодец. Что, ну, молодец, ну, типа, блядь, я по-твоему... Да мне плохо, меня... что ты там в рейд-чат писал. А, ну, отлично. То есть, если у меня, по-твоему, был бы доступен купол, я бы его не нажал. Ну вот, ты начнем с того, у тебя есть войс. Чё ты мне ничего не говорил, потому что у тебя КД не... Когда ты говорил? Когда мне вот сказали про купол, я тогда и сказал. Я такого не помню. Мне про купол сказали после. Просто я понимаю, если бы это был косяк, если бы мне сказали, держи купол до болезни, я бы держал купол до болезни, мне ничего не сказали. Ну вот смотри, купол дается, блядь, тупо один раз на миликов на второй фазе, один раз там на цепях ты его дашь. И потом он у тебя по-любому откатится еще раз на болезнь. Не откатился к тому моменту. Ну, если бы откатился, я бы его нажал. Если ты даешь его на миликов, когда их там прям начинают ебать, пока они не могут разбежаться, а не под конец просто, чтобы что. Я каждый раз даю, когда у рейда хп падает на 50%. Когда я вижу, что дамаг летает большой. Ну, чтобы правильно распределять КД, надо не по дамагу, а именно, когда там должно влетать рейд заранее давать, а не ждать, когда в него влетит. Я когда вижу, что урон проходит, я даю. Я конечно, могу дать приказ, но тогда просто часть дамага не пройдет. Надо не видеть, когда дамаг уже прошел. Надо понимать, когда он пройдет, и давать под него. Я и даю под это. Я вижу, что начинает хп резко падать, и там хп не мгновенно опускается. Не понимаешь, что тебе говорят. Я понимаю, что мне говорят, что надо наперед давать перед тем, как урон влетит. Ну вот, не знаю, у меня всегда, я когда был на ДЦ, у меня хватало на первый яд, болезнь, дать купол после двух фаз. Не знаю, значит, не знаю, в чем проблема. Оно обычно так получается, дает сначала ДЦ, а потом идут уже сакры. Ну, с Акрами там сам помню, что было. Ретрибилд там произошел. То есть мне, по сути... Попросили дать всем, кто дает сейвы, так что... Вопросов нет, ни купола, ничего не было, реально. Никто нихуя не давал, один человек. То есть кроме мне, купола. По сути, дали купола. За то, что я нажимал купол. Просто потому, что у меня не хватило, типа, КД, чтобы закрыть чей-то чужой слаг. Ну, я тебе сказал, как надо грамотно давать купол, чтобы оно все хватало. У меня вот лично всегда был купол на первую болезнь. Ну, я не говорю про то, что было, я говорю то, что типа конкретно тогда происходило. Ну, потому что есть конкретные тайминги, когда надо сдавать купол, а не просто там ждать, когда у тебя начнет идти урон по рейду, его сдать. Типа, я помог, блядь, я молодец. В смысле, при чем здесь я молодец? Я сейвлю рейд. Это не я молодец, оно раз на раз не приходит, там нет конкретного тайминга, когда надо дать купол. Вот, вот эту штуку, когда там рейд просаживается, даже нужно палы сначала смотреть до этого на фазах. Ну, а почему тогда рейд рандомно, а не купол? Я купол давал, потому что он нужен был в тот момент. Тогда должно быть 3 сакры минимум в рейде. Ну, когда так. А по факту была одна. Сакры распределяю. Ну, а по факту была одна, то есть ты понимаешь, даже протопал не жал, блядь. Не говоря уже о другом. Так я тебе говорю, что просто... Я понимаю, что ты говоришь. Когда от меня он нужен был. Я не могу его давать чаще. Блядь,
Вот попробуй дать потом пораньше на второй его фазе, потом какие-то там вторые цепи, чтобы вот он был именно по таймингам у тебя распределен, а не под, когда тебе там захотелось. И тогда у тебя будет хватать именно вот почему конкретно первую. От которой умерли люди. Всегда должен быть купол почему. Да. Окей. Просто мне тогда не говорили, то ни разу, чтобы меня почему всегда был купол. Вообще это так обычно делалось изначально, если ты знаешь так, типа на босс. Изначально я где-то изучал. Можно следить, как люди делают. Нужен один танк. Я всегда был ГС, я не знаю, как люди делают. Можно было и сказать. Чтобы всегда был. Ну, можно было и спросить, если ты первый раз. Я тогда и спрашивал. Ну, в конкретно. Я спрашивал, что момент... мне делать, если бы мне это сказали, я бы. У меня никто ничего не спрашивал. И у Дерби я не спрашивал, потому что. Я тебя спрашивал просто, что на боссе мне делать. Мне то, что сказали, я то и делал. Мне потом на том же РТ, примерно, ты и говорил про то, что типа я купол не нажимаю. Типа, с следующего раза. Ну, я тебе и сказал, вначале на второй фазе его давать на миликов, когда они там становятся, ты видишь, их вначале почти сразу ебет всегда, ты прям почти всегда с пулу ставишь. Буквально секунд 10, как начинается фаза. Мне всегда понятно, да, как я. Я же не про купол на атаке, я просто говорю, что типа я дал купол, когда он нужен был. Ну, короче, тебя прям 100 гп, эти очень сильно душат, ты прям не отъебешься от меня, чую, да? Да. Пиздец, грустная история. Да, это не эти 100 гп. Давай, я даже себе их дам, то, что тебе не рассказали, блядь. Ну, нет, это не РЛ виноват, не про анонс. Это не то, что у тебя. Сейчас я даже зайду ради тебя в игру. На 2 минуты на ОБТ, что-то нужно посмотреть. Если он что-то тронул по третьему боссу. Зачем нужен ДБ? Зачем нужен РЛ, если есть ДБМ? Загадка Джека Фриско слишком сложная для разгадки. Что можно дополнительно отслеживать, кто какие дефы жмет помимо тебя, а не только за собой смотреть. Я нажал, типа я молодец. Ты что-то запустил? Нас комбат? Нет. Что здесь, да, я молодец. Ну вот ты видишь, когда кто-то сакры жмет? Вот конкретно ты видишь, когда кто-то сакры жмет? Да, мне это буду вынесено. То есть ты прям на весь рейд видишь вешать сакры, да? Да. У тебя же загадка, а чего у нас комбат? Ну тут не доебаться, так уж и быть. Зачем нужна вообще сакра, если есть 5% крита? Типа, я, конечно, могу еще дополнительно чекать, у кого она есть, но, блять, ну это никто не делает. Это так делать босс по обозначению. Ладно. Сейчас я тебе сниму ПХ-устрою. Убеждение пройдено. Ты не должен не просто снять ИГП, ты должен дать ИГП, потому что он дал купол. А, нет, я себе еще дам, да, то, что я не рассказал. Нет, ты должен дать ИГП, что он молодец, дал купол. Да, врешен, ты молодец, не молодец, я просто, блядь, объясняю. О, деда. Я не прошу меня хвалить, я просто прошу, блядь, давать ГП, когда это, типа, заслуженно. Проблема. Только Эрл может запустить Акаму. Так... Эрл же передастся через...